8-9 октября Федерация триатлона Узбекистана впервые в истории Самарканда проведет в туристическом комплексе Silk Road Самарканд международное спортивное мероприятие Кубок Азии по триатлону 2022. Об этом рассказали представителям СМИ в ходе пресс-конференции, прошедшей в столице. Самарканд является уникальной площадкой для развития спортивного туризма. И имея уникальнейший грибной канал, мы очень долго ждали, когда мы сможем после реконструкции пригласить и стартовать с Кубком Азии на данной локации. Там созданы все условия. Касательно регламента мероприятий, первый день у нас будет Кубок Азии, в котором примут участие более 60 элитных спортсменов. И на этом соревнование, то есть, будет заключаться полностью сконцентрировано только на элитных спортсменов со всех стран мира, которые вот были ранее озвучены. Второй день соревнования включает в себя чемпионат Узбекистана, на котором пройдет классификация в национальную сборную команду на будущий период. И затем стартуют любители. Это все желающие, кто хочет принять участие различных возрастов, начиная от 18 лет и до бесконечности, на точно такой же олимпийской дистанции.